Сегодня в Национальной библиотеке специалисты Чувашстата презентовали свежую статистику по вопросам демографии, дошкольного воспитания, образования, здоровья и отдыха детей. Большое внимание уделили и защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию. Назвали самую опасную социальную сеть, которая в настоящее время очень популярна среди молодежи. Подробности в сюжете Марины Рябцевой. По данным Чувашстата, в республике увеличилось число разводов. На сегодня каждый второй брак распадается. А вот количество абортов за последние 3 года сократилось на 20%. Рождаемость увеличилась. Естественный прирост, зарегистрированный впервые за 20 лет в 2012 году, сохранился в 2013 и пока продолжается в текущем. Ситуация, может быть, осложняется тем, что сегодня в детородный возраст вступают женщины, которые родились в 90-х годах, когда у нас был достаточно низкий уровень рождаемости. Но надеемся, что те меры государственной поддержки, которые сегодня имеются, это и материнский капитал, и пособие, и меры поддержки республиканского уровня, они позволят увеличить долю вторых, третьих рождений и четвертых рождений с тем, чтобы компенсировать вот именно выпадение рождения. Первенцев. Большое внимание на конференции было уделено и безопасному интернету для детей. Специалисты рекомендуют устанавливать контент-фильтры не только в школах и библиотеках, но и дома. Хотелось бы призвать родителей: все-таки смотрите, следите за тем, что смотрит ваш ребенок, куда он, скажем так, залезает в сети интернет, какими ресурсами пользуется, в каких группах состоит. Особенно это опасно, что касаемо социальных групп. Самая такая, скажем, нечистая социальная группа, ну, в плане нечистая, где масса негативного контента, это социальная сеть ВКонтакте. Более, скажем, на втором месте Одноклассники, ну, более-менее чистые – это различные иные социальные сети. В России работает горячая линия помощи «Дети онлайн». По телефону 8 800 25 3015 профессиональные эксперты помогают детям и консультируют взрослых по вопросам безопасного интернета. Марина Рябцева, Андрей Шоклев, Республика.